Силач из Подмосковья сдвинул с места целый железнодорожный состав. Свой рекорд атлет посвятил прошедшему накануне Дню народного единства. Как Роман Новиков готовился к уникальному достижению и кто он такой, человек и паровоз, мы узнали. Ради этих 49 секунд он тренировался долгие годы. Спортсмен из Подмосковья Роман Новиков сделал то, что многим казалось невозможным. Сдвинул с места и протащил на 10 метров железнодорожный состав весом почти 400 тонн. Вагоны силач тянул при помощи тросов, а передвигался по специальному устройству, напоминающему лестницу, которую закрепили прямо на рельсах. Первая попытка оказалась неудачной, но со второй сдвинуть состав с места все же удалось. Работает Роман, что неудивительно, тренером. А еще состоит сразу в нескольких спортивных объединениях, например, «Сильнейшая нация мира». Выступление свое силач приурочил к прошедшему накануне Дню народного единства. Кстати, раньше Роману уже приходилось сдвигать с места поезда. По словам самого атлета, главная цель его выступления – привлечь внимание молодежи к спорту и здоровому образу жизни.